Очень странная новость. Пропал президент Интерпола Мэн Хунвэй. Штаб-квартира организации находится во французском Лионе. И, соответственно, полиция Франции начала расследование. Сообщения об этом пока очень скупые. Известно, что еще в конце сентября чиновник уехал в Китай. И с тех пор не выходит на связь. Заявление о пропаже подала его жена. Китайские журналисты утверждают, глава Интерпола задержан и его допрашивают. Причем в самом Интерполе толком сказать ничего не могут. Надеются, что французские и китайские власти сами разберутся.